Полицейские накрыли в Сургуте подпольный цех с фальсифицированным алкоголем. При участии Росгвардии стражи порядка нагрянули на склады Сосновой и Промышленной улицах. Там находились более 43 тысяч бутылок немаркированной спиртной продукции на общую сумму около 10 миллионов рублей. Также установлены магазины, в которые поставлялся товар для дальнейшей реализации. В отношении директора и двух работников склада возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.